Всем привет! Это 10-е видео на канале. Юбилей своего рода. Поэтому я продолжаю мучить людей своими вопросами. Сегодня мы узнаем, насколько хорошо студенты НГУ знают Академгородок. Мы поиграем с ними в увлекательную игру. На улице минус 20, и я очень надеюсь, что хоть кто-нибудь остановится. Это первак не первак, погнали! Что ты знаешь об Академгородке? Я знаю, что это город ученых, где собрались все самые умные люди. Не знаю, тут много институтов, там научный центр. Кто его основал? Лаврентьев. Лаврентьев вот основал, там Ханбуз находится. Да. Буз? Ханбуз. Это кто? Там бузы продаются. То это научный городок, что тут очень много институтов. Я знаю, как дойти до ТЦ и обратно. Супер. Кто основатель Академгородка? Еще улица есть. Ты видел табличку. Лавров. Лаврентьев. Ну, в общем, я предлагаю вам сыграть в игру что-то типа «Правда или миф?». Я буду назвать вам факт, связанный с Академгородком, а вы должны угадать. Ну, давайте. Правда? Да, давай. Но чтобы ты не замерзла, за каждый неправильный твой ответ ты будешь выполнять задание, которое вытащишь из шапочки Деда Мороза. Поехали. Первый факт. Илья Нестерович Векуа. Знаешь, кто это? Нет, не знаю, но я знаю, что это его дорожка. Тропинка, да? Да. Вот. Факт такой. Илья Векуа был первым ректором НГУ. Не. Я вспоминаю первую экскурсию, портреты. Миф. Нет. Я думаю, что да. К общему мнению давайте. Общее? То тогда лучше я ему поверю, тогда вот да. Или нет? Есть. Нет, нет, нет. А, ну ладно. Надо было, пожалуй, на стенд посмотреть. Ну, да, допустим, это правда. Века действительно был первым ректором НГУ, поэтому давай, первое задание, чтобы не замерзать, давай. Так. Читай. Присесть 7 раз. Слепить снежок и кинуть его в прохожего. Тут так много прохожих, давай к снегу, быстренько. Меня даже не посадят. Нет, не посадят. Меня ж не посадили за все, что я делаю. Присесть 7 раз. Раз. За Академгородок. За Векуа и Лаврентьева. 5. Мы за здоровый образ жизни. 7. Вот и мазила. Илья Нестерович Векуа. Знаете, кто это? Первый ректор был. Ректор, да. Блин, ну ничего вы крупные. Технопарк все знают? Да. Да, там кнопка есть прикольная. Стоимость его строительства составила порядка 22 миллиардов рублей. Ну, пускай да. 22 миллиарда. Ну, что-то миллиарды прям. Мне кажется, нет. Слишком уж много. Мне кажется, что... Хотя? Я не знаю, я думаю, меньше. Мне кажется, это может быть правдой. Ну, факт. Значит, возможно. Ну, да. Учитывая, как мы любим, типа, деньги распиливать, похоже на правду, на самом деле. Там сколько стадион зенитовский там отвалили, там... Ну, то есть это нормальные цифры, да, ничего? Не, я не знаю, я физик, я не экономист. Ну, то есть да? Нет. Нет? Нет. Ну, там кнопка еще в технопарке, не забывай. Кнопка-то по-любому дороже. Давайте миф такой. Миф, миф, ну ладно, миф, да, миф. Не стоит он того. На самом деле стоит, и строительство обошлось в 21,7 миллиарда рублей. Расскажи стихотворение Пушкина «Лукоморье, дуб зеленый». Давай. Прокричать «Я люблю Академгородок». Произнеси имя наоборот, лирик. Сказать 5 раз подряд без запинок скороговорку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. Днем и ночью ты обманываешь. Кот ученый все ходит по цепи кругом. Молодец, следующий. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Зато дикция хорошая. Размял язык, давай, что у тебя? Так, у меня нужно произнести свое имя наоборот. Ерунда. Я люблю Академгородок! Хиллари Клинтон, знаешь? Знаю. Баллотировалась в президент. Да, знаю. И поиграла. Она была в Академгородке. Мне кажется, так. Нет. Нет? Я не думаю. Миф. Я вообще не знаю, была ли она когда-нибудь в России. Начнем с этого. Да блин, не знаю, нет! Она посещала Академгородок в 97-м году. Поэтому где-то еще. 10 раз на правой ноге. Обнять оператора. И, оператор, иди сюда. Поставь только настрой камеру. И будем давай говорить. Мы любим Академгородок. Мы любим Академгородок. Ну, можешь меня обнять? Давайте я вас вдвоем обниму. Давайте вместе. Городской первак Илюра. Хиллари Клинтон была в Академгородке. Да, это я знаю. Что она тут делала?
Я не знаю, просто фотографии видела. Посещала Академгородок. Да, да, это правда. Она посещала Академгородок. Да. Фотку видела. Да. Ее, молодцы. Она хотела зайти в частный сектор в Октябрьском районе, но сказали, что там опасно. Спасибо за просмотр. И несмотря на то, что мы очень замерзли, мы действительно старались. В дальнейшем буду рад видеть вас на своем канале. Городской первак. Дальше только лучшее. Увидимся. Я люблю Академгородок!